Александр Блок. Явился он на стройном бале. Читает Павел Беседин. Явился он на стройном бале, в блестяще сомкнутом кругу огни зловещие мигали, и взор описывал дугу. Всю ночь кружились в шумном танце, всю ночь у стен сжимался круг, и на заре в оконном глянце бесшумный появился друг. Он встал и поднял взор совинный, и смотрит пристальный один, куда за бледной коломбиной бежал звенящий орликин, а там, в углу, под образами, в толпе, метущийся пестро, вращая детскими глазами, дрожит обманутый Пьеро. 7 октября 1902 года.